Всем вассап, пацаны. У Майка снова Drag in My Blood. Если вы меня слышите, то это означает, что вышел либо новый разбор, либо я делаю какой-либо туториал. А именно сегодня выходит разбор бита с трека Jukeboy Santana All Star 2. Огромный респект и благодарность вы можете накидать Крокпанку, подписавшись на его инсту, там написать, что вы от меня. Короче, ну все дела вы жарите, да? Переходите в ссылочку в описании, там сделайте, короче, пацану приятное. Ну и перед тем, как мы начнем, я хотел бы вам сказать, что у меня нет никакого музыкального образования, и если я буду вам говорить ноты так, как они написаны в FL Studio, то есть в этом секвенсоре, то примите к сведению то, что я музыкальную школу не заканчивал. Ну давайте начнем. Первый плагин Purity. Пресет называется Tech Piano Strings, и что немаловажно, вы можете наблюдать, что ручка Pitch выкручена на 200 центов. Вы спросите, как это сделать? Чтобы поменять Pitch вашего VST плагина, вам необходимо нажать на вот эту вот шестеренку, и у вас откроется меню с настройками громкости и питча. В данном меню выкручиваем Pitch на 200 центов. Посмотрим на рисунок мелодии пианино. Ноты C-sharp и G-sharp чередуются с нотами A и D. Затем просто ноты C-sharp и A проигрываются поочередно. Второй звук из Purity называется Mellow EP. Напомню, что у всех VST идет плюс 200 центов к питчу. Это возьмите на заметку и не теряйте из памяти, потому что абсолютно все плагины в этом бите идут плюс 200 центов. Или центов, как правильно, я не ебу. В общем, посмотрим на его ноты. Первая нота C-sharp, B, E. Это первые ноты. Дальше идет G-sharp, C-sharp, E. Это уже вторые ноты. И так они повторяются на протяжении всего трека, абсолютно. Третий звук — это Digital Bells 2. Мой любимый звук в этом бите, так как эти беллсы идеально задают атмосферу всего бита. У них довольно приятный звук, и посмотрим же на их рисунок. G-sharp, D, C-sharp. Обыгрываются те же ноты из скейла. Далее идет G-sharp, A, G-sharp, Fa-sharp. Четвертый звук — элетник. Звук похож на банджо, струны, как гитара. Ну его рисунок, ну, не скажу, что достаточно прост, но примерно простой. Ноты чередуются таким путем. A, C-sharp, D, C-sharp, C-sharp. Идет банально простое звучание. После же, с третьего такта, начинается развитие мелодии. А конкретнее. A, C-sharp, D, C-sharp, Fa-sharp, G-sharp, Fa-sharp, G-sharp, Fa-sharp, G-sharp, A. Сука, я заебался это говорить. Пятый звук — это хайперкорд. 2. Обычный син, добавить нечего, проигрывается нам так би без изменения. На нем не будем задерживаться. Последний звук это габой. Духовой инструмент, что-то по типу дудки, но в данном тайпе заходит идеально. Его ноты G-sharp, E, Fa-sharp, Fa-sharp, G-sharp, E, Fa-sharp, E. Ace Party the Game. Полный рисунок выглядит как, ну вот так вот получается. Он повторяется на протяжении всего бита, но там маленькие изменения есть в конце. Драмки, блять, самое любимое в битах после мелодии. Это, конечно же, драмки, блять. Но если бы не было драмок, согласитесь, вы бы слушали просто, блять, ну мелодии Моцарта и все. Короче, думаю, показывать клэп вам не стоит, так как во всех битах он одинаково стоит на своем месте. Перейдем сразу к партии хай-хетов. В партии хай-хетов встречаются роллы, то есть это небольшие пробежки, то есть которые делают вот так вот. Ну, думаю, все понятно, да? Сейчас вы увидите их рисунок, все поймете, и перейдем сразу к снейрам. Снейры здесь все достаточно просто. Ставите их перед концом и началом второго такта. Все будет круто, также небольшие пробежечки, типа их никуда, никто не отменяет, блять, куда без этих пробежек, нахуй. Римшот самый недооцененный звук, потому что он задает атмосферу и заполняет некое пустое пространство в битах. Вот этот звук. Ну, то есть, как бы, вы поняли. С басом все гораздо проще, так как он обыгрывает басовые ноты мелодии. В данном бите у Крокпанка три разных паттерна баса. Любит разнообразие мужик, ну, что с этим поделать, блять. Далее делаем автоматизацию на гроссбите с эффектом мута, чтобы сделать эффект резкого затухания, ну как на тейпах всяких.
Ну и все, дальше дело каждого, какую структуру сделать, как лучше, где что добавить, тут вы сами вольны. В общем, ребята, все ссылочки я оставлю в описании. Поддержите ролик, ведь именно от вашего актива зависит, будут ли выходить ролики на этом ебучем канале, блять, ибо я не знаю, стоит ли продолжать снимать разборы и туториалы, или можно забить хуй. Короче, ладно, всем за удачу, пацаны, обнял, всем пока. Bye-bye.